Здравствуйте, дамы и господа. Мы команда Хакрю. Мы 6 студентов физтеха 4 курса. И мы рады вам представить наш продукт PixSmart. Представляете, как было бы круто, если бы вы могли узнать, сколько лайков получит ваша фотка в Инстаграме. Не выкладывая ее. Давайте посмотрим на наше приложение. Вы логинитесь в Инстаграм, указывая ваш аккаунт. Не нужно прописывать пароль, здесь абсолютная анонимность. Что происходит дальше? Вы выбираете картинку из вашей галереи. Дальше, выбрав картинку, которую вы хотите или хотели бы отправить в Инстаграм, вы видите это магическое колесико. Во время того, как это колесико крутится, наша система залезает в аккаунты всех ваших подписчиков и смотрит, что они лайкают в последнее время. Таким образом, выделяя семантику и стилистику с помощью нейросетей из картинок, которые лайкали ваши подписчики, мы делаем нечто, что позволяет вернуть вероятность того, что человек, и конкретно ваш подписчик, лайкает вашу фотографию. Вот так это выглядит. Список ваших подписчиков, и справа указана вероятность того, что он пролайкает данную фотку. Представляете, как много можно извлечь из этой информации. Допустим, вам понравилось то, что вот столько людей, они супер отреагируют на мою картинку, и мы можем тут же отправить ее в любой из 4 предложенных нами мессенджеров. Но посмотрите на это с другой стороны. Если мы знаем вероятность того, что один конкретный человек, ему понравится ваша фотография, мы можем снять полную статистику, а именно предсказать, сколько лайков будет иметь ваша фотография. Также, значит, разбирая ваш аккаунт, мы понимаем, какое максимальное количество лайков у вас было и какой охват аудитории будет у вашей фотографии. То есть какой процент всех ваших подписчиков пролайкает эту фотографию. Это идеальное приложение для людей, которым нужно раскрутить Инстаграм и сделать много классных вещей с ним. Давайте посмотрим, что мы еще можем сделать, и рассмотрим кейс такой. У вас есть множество фотографий, похожих друг на друга, допустим, из одного фотосета, но вы не можете выбрать лучший. Или вы использовали фильтр PixArt, и субъективно вы не можете определить, вот какой понравится большинству ваших подписчиков. Вы выбираете среди вашей галереи N картинок и отправляете их в нашу систему. После этого мы рекомендуем вам такую картинку, на которую люди поставят максимальное количество лайков. Получили такую картиночку, все счастливы, все довольны. И таким образом мы максимизируем удовольствие, которое получает человек, и можем работать дальше. Давайте посмотрим, что находится под капотом у нашей системы. Все open-source продукты, ничего особенного нет. Все могли реализовать это приложение точно так же, как и мы. Все данные, которые мы берем, открыты, и никакой privacy мы не нарушаем. Перспектив для дальнейшего развития множества, хотя бы потому, что нам недостаточно. Эту систему нужно масштабировать. Нам нужно прикрутить немного более сильный email, чем у нас есть прямо сейчас, потому что в рамках Hackathon отсутствие железа, нормального сервера и т.д. мы не могли сделать все довольно круто и быстро, но, как видите, все замечательно работает. Бря! Так или иначе, мы собираемся интегрироваться вместе с приложением PixArt. Ваши вопросы, пожалуйста, спасибо за внимание. Это все готово, вы можете подойти, потрогать, вы можете загрузить, вписать ваш профиль в Инстаграме, и вот все данные, которые есть, вы получите. А в среднем, какое качество времени вам понадобится, чтобы пойти в Инстаграм, взять, просканировать? Значит, для первого достаточно 1 минуты, когда оно загружает все данные. Здесь все происходит быстрее, потому что мы кэшируем данные. То есть, естественно, мы загружали свои, и все происходит немножко быстрее. У вас будет минута на вот это и минута, 2-3 минуты на то, чтобы получить для множества картинок рекомендацию, ну, соответственно, из-за масштабированности. А время от чего зависит? Время зависит от скорости парсинга Инстаграма. К сожалению, мы это реализовали простым скрапером, потому что у Инстаграма нет нормального API. Оно не позволяет, ну, в связи с ужесточением еще правил Фейсбука, у безопасности и так далее. Все стало немножко сложнее. А если у меня много фолловеров, много фотографий? Абсолютно не страшно. Это от числа фолловеров зависит довольно линейно, но мы научились распараллеливать эту систему, добавляя дополнительных ботов, которые параллелят просто расхождение по вашим фолловерам. Окей, спасибо. Еще вопросы, уважаемые жюри?
Что ж, если вопросов больше нету, мы торжественно вручаем как люди. Аплодисменты.